В Тюменском районе прошла благотворительная гонка на собаках «Чингитурам». Собранные взносы отдадут воспитанникам Барковского детского дома, в который спортсмены планируют приехать лично. Среди них, кстати, не только тюменцы, да и в рядах четвероногих не только беговые псы. За гонками наблюдала Лариса Соловьева и узнала, сколько стоит такой спорт. Хорошо, где мама? Мама, мама! Эти звуки не то вой, не то рычание. Породная особенность хаски. Они очень разговорчивы, а перед гонками сдержать эмоции совсем сложно. Собаки азартные, во время соревнований успевают порой не только пробежать, но и подраться. Не все хотят, чтобы их обгоняли. Когда мы обгоняем, а собаки видят, что он больше, и думают, что ну это нельзя так и это. Начинают рыкать. А Тарантин не нравится, когда они на него рычат, и тоже. На старте Тарантино, как настоящий спортсмен, собран и сосредоточен. У семьи была возможность убедиться, что собака понимает суть соревнований. Тарантино у нас сорвался. Внук не успел за ним, он кинулся и, значит, оторвал всю упряжь свою. За угол завернул, вернулся, что лыжника нет за ним. Вернулся, подцепили и вперед обратно. Все так удивились. Принять участие в этих соревнованиях приехало 45 человек из Тюмени и соседних регионов. Причем не только с ездовыми собаками. Стой! Стой! Давай, пошел! Специалиста по взрывчатке выдает желание все понюхать. Найт – полицейский пес из Кургана и уже месяц пытается стать ездовой собакой. Первый раз, когда собака увидела лыжи, он подумал: «Мама, ты чего на ноги одела? Это палочки, давай мы их будем кусать». То есть он у меня кусал лыжи, кусал палки, но за месяц мы маленько поняли, чего надо делать. Но мы не научились останавливаться, поэтому будете ловить меня сеткой. Принимать участие в забегах может любая порода, способная тянуть человека. Главное – выучить необходимые команды: направо, налево, стой. Лево! Давай вперед! Ездовой спорт не самый дешевый. Чтобы снарядить только одну собаку, потребуется 5000. В упряжке бегают как минимум две, значит, это уже 10000. Ну и сами нарты, их цена начинается от 15. И все это, не включая стоимости самих собак. Может, поэтому так популярен этот вид – скиджоринг. Для участия в нем достаточно одной собаки и лыж. Лариса Соловьева, Максим Плюхин, Тюменское время.